Всем привет, дорогие друзья, с вами 5P84, и мы продолжаем играть King's Bounty Dark Side. Я наконец-таки решил внимательно почитать список заданий. И наконец-таки разобрался, что нужно сделать, чтобы продвинуться дальше в Галлинириме. Значит, в первую очередь, чтобы попасть в этот замок, нам надо было завербовать трактирщика. Для этого нам нужно было пошантажировать его, для типа как будто его видели с гномихой. Вот. Чтобы это было сделать, надо было. Так, а где у нас Баразгунд? А вот он. В Баразгунде, значит, в книжной лавке взять, чтобы нам написали письмо на гномьем языке, и в трактире Красная Скала покупаем платье. Так, картину я не помню, это вроде у художника на Монтевилле он нам нарисовал. Так. Дальше мы говорим с контрабандистом, чтобы он, если что, там подсобил. Вот. Ну и, собственно, говорим уже с самим трактирщиком. Он здесь. Шантажируем его, там подраться придется. Бой был несложный. Вот, и все, как бы он согласен там нам помочь. Дальше говорим с нашим другом Депантоном, который согласился принять участие в состязании поэтов. Ну и давайте посмотрим теперь, как он будет это делать, состязаться, и как вообще это состязание будет проходить. Что это за поэт такой? Судьба, он даже не эльф. Пусть докажет, что умеет писать стихи, иначе не пропущу. У вас очень обычные стихи. Я первый раз, чтобы ученый не использовал классические эльфийские рифмы. Маэль, Баэль. Да, я скорее в этом чипе вас уж такие диковые произведения. Проходите за вам. Спасибо. Окей. Связь держать через урну. Судить с информатором, узнать новости про турнир. Ель, эль, ир, ин. Чё, теперь надо с Пантоном поговорить снова? А где он? Где-то сидит, что ли, ожидает? Что за хрень? Чё ворота не открываете, козлы? Блин, ну вот, теперь его еще ищи. Может, он здесь? Чё там, что за смешная история про клетчатые паруса? Болтают они все. Я бескрайная жизнь нас мне. Ты знаешь, да, это у меня есть основание считать, что это вполне годится название чемпиона по преданности. Ну, блин, я готов пленить, но япона мать, опять надо что-то сначала сделать. Ну, ладно. Где наш этот барон Хренон? Куда он испарился-то? Где он нас ждет? Сказал, будем держать связь через эти бочки с письмами, что-то я ничего не понимаю.
Хоть показали бы, куда кто телепортируется, я так не могу понять, где их всех искать. Может, он в трактире сидит? Здесь вроде ничего нету. Что так много? Поищу контрабанде. Штаны. Что за штаны? Прям проходит очень интересно. Мне нельзя рассказать новости о Макузен, который работает. Так, лидер сети по имени есть каждый день. Сегодня необычный человек. Представляешь, люди умеют писать стихи. Кто бы мог подумать? Этот человек назвал настоящую бурю, и слышишь, что он совсем не испугал стихи Риф Бельма. Говорят, когда совершенно вчера назвал. Найти подходящего кандидата. Так мы же уже нашли этого темного эльфа там какого-то, я забыл уже, как его там зовут. А у этого контрабандиста есть эти штаны или что там нам надо? Нет, ты хочешь подшутить на свой? Конечно же, надо меня отправить к Бласко в Портленд. За хрен знает какую даль. Друид. А что за друид, кстати? Забыл уже. Это обычный друид. Нет, мне нужен этот, как его. А вот, Бефеда мы же должны посадить. Тогда съездить к Бласк. Ладно. Сейчас тогда разберусь, кого сажать на трон. С этими штанами. Потом к вам вернусь. Итак, друзья, значит, добыл я материал для парусов. Не знаю, почему именно клетчатые паруса, что это значит. Пока что не могу понять. У Бласко за 40 тысяч выпросил у него скидку. Потом Дик Сэнд на острове Песчаном нам поставил эти паруса. Ну и теперь, я так понял, надо именно на этом корабле именно и отправляться в Галенирим и пришвартовывать корабль. Придется тратить целых 15 часов, но что поделаешь. Такая миссия у нас. Так, пришвартовать. То есть крюк придется знатно сделать. Так, ну и при этом я Бефеда с собой забрал, дабы он готов был запрыгивать в замок, где происходит борьба поэтов. Так, ну ладно, как подплыву, я к вам вернусь. Почти уже приплыл. Конечно, меня удивляют эти задания такие специфические. Столько всего надо сделать, чтобы... Не все, конечно, но многие, чтобы там... Туда-туда... Чтобы основное задание можно было выполнить. С одной стороны, вроде неплохо, но с другой немножко раздражает постоянно. Разъезды эти дурацкие. Так, ну чё, я все правильно сделал? Ну, вроде пришвартовал. Здесь я правильно сделал. Может, надо было с этой где-то стороны. Попробуем. Не там, что ли? Ёлки-моталки. А, может, здесь?
А, ну да, наверное, здесь он отсюда не видит. Блин, еще что ли крюк делать? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то и вообще ерунда какая-то непонятная. На самом деле его, походу, дело сюда надо пришвартовать. Ну что, самое интересное, я его к первой приставе пришла, выехал, ничего не произошло, сел обратно, чуть-чуть подплыл сюда. Оп, задание обновилось. Поговорите с Мафинором, ну ладно. Блин, еще бесит, вот хоть показывали места, куда что надо сделать, потому что, ну, не до конца понятно. Я думал, может еще сюда как-то проплыть, но нет, здесь не проехать, не пройти. А Маримона, нам надо с кем поговорить. Мафинор. Кто такой Мафинор? Мафинор, Мафинор. Что за Мафинор? Я на имена плохо. Ладно, давайте, может, сначала это задание выполню. Тебе из замка Эль. Я скоро выиграю турнель. Спонсор моей мечты насчет эльфийских караэль. Согреться не надо. Думаю, что дальше никто из эльфов не дочитает. Замку ведет подземный ход, подземный, который вытекает с подземного подземного хода, ходит с группой дракон. Но ты думаешь, справишься. Подземной озеро, по слухам, используется, когда боясь, так как... Как место, где можно спрятать товар. Искать. Найти вход в подземную реку. Ай. Ладно, сейчас будем еще искать вход, с кем поговорить. А, кстати, может вот этот Мафинери, этот трактирщик. Вот этот, кстати, может знает. Смотрю, загорелось. Видел корабльские часы, сможешь искать они все мои в галинериуме? А, вот оно что, вот зачем клетчатые паруса. Да при чем здесь букеты? Вы заколебали, где мне еще букет искать? Постоянно что-то новое добавляется. Если плыть вдоль берега до самого юга острова, ты встретишь тебя стоящим обочи потом. Чем продолжает мигать мне? Вот это непонятно. Если плыть долго по реке, вот этой реке что ли? А это что такое? Цветок что ли? Свой багет из пяти цветов. Еще цветы собирать. Блин, они просто издеваются надо мной. Вот скала. Надо именно на корабле или можно отсюда? Как же вы меня заколебали. Эх, ищем цветок, ищем вход. В общем, одни поиски у нас только. Блин, а тут как кретин, ищу это подземное озеро. И только потом решил посмотреть по карте, оно уже указано.
Я думал, она откроется только когда я подплыву куда-нибудь. И между делом я цветы для королевы собрал. С запиской надо будет их передать трактирщику. Так. Здесь карта не работает. Да все, греби обратно корабелу, пусть зову тебя подводный корабль. Зашибись. А что нам туда надо? Ну почему все так сложно? Я не понимаю. Но они издеваются просто надо мной. Зачем обязательно кому-то плыть? Ну сделайте что-нибудь попроще как-нибудь. С вами не хочу я драться. Чувствую, тут ничего интересного, надо просто Я же могу телепортироваться. Или отсюда не могу. Корабел, это кто? Ой, нифига, я ж скалу. Воины севера, я помню, кто это. А здесь я нифига не помню. Чё здесь просто ходит народ? Да я плавать умею, я сейчас так прям нырну и поплыву. Ладно, ищем корабела и его подводную лодку. Блин, надо быть таким кретином. Корабел — это эльф, который сидит в трактире здесь. Точнее, не трактир, а там рядом домик, который корабли продает. Но я не пойму, какого хрена он... Корабль здесь появился, что нельзя было возле той пристани, где я покупал, взять, сразу сел и телепортнулся сюда. Нет, надо мне покупать новую лодку, так как я прыгал по другим островам, и тратиться сюда. Фига, я могу теперь так же в любое место. Где эти драконы, которые проход охраняют? Атаковать и победить. Я бы удивился, если было бы задание атаковать и проиграть. Тут это шель дракон. А что, его обойти нельзя? Стоять. Так, что же сделать-то? Великан бесполезен. Орков будут бить. Блин, этих никуда не засунешь. А если не обязательно атаковать, если просто пробежать? Или надо... именно атаковать и победить. Еще касаясь цветов для для принцессы, я не совсем понимаю. А, это, наверное, не основные драконы. Я не совсем понимаю, почему так же грибы, когда искал в Аралане, нельзя было подсветить. Я там высматривал. Цветы-то хоть гораздо проще. Ну вот я и прошел. Или вот этот атаковать отряд и победить надо. Обязательно с кем-то надо что-ли подраться, я не понимаю. Можно я так пройду? Я не хочу неприятностей, друзья. Вот этих что ли победить?
Да я их могу всех обойти. Вообще не проблема. Но с драконом, конечно, наверное, стоило все-таки подраться. Король эльфов и Илгон. Все, хоть какой-то бой, а то я все бегаю, да бегаю тут. Принцесса. Мне кажется, любезный звезды ВМ, что сказать, физики не писал, как есть непонятно, откуда звезд смертно понимает. Уже угомое понятие, я вовсе никак не чё, барон де Пато. кто ты? Что ты сидел в тронном зале? Где страж в конце концов? Замки темные? Ты смешан в своей ревности, король. Как ты позовешь себя? Ну как же без драки не обойтись? 14. А я без ярости. Ну и нафиг мне эта ярость. Я и так справлюсь. Своей стандартной техникой. Вызов плюс буран. Я его, кстати, прокачал. Сделал под 40 маны. Чтобы он эффективнее бомбил. Пошёл! Пятерочка урона неплохо. Но что-то глазов как будто и... Я и не бил. Десять тысяч. Дышечные драконы. Так. Надо поставить заманивание. Гора, конечно. До 4600. А это что? Генерацию. Кому дать-то? Кому дать? Ну пусть у великана будет. На всякий случай. А, слабак. Не добил. Ничего себе, 42 древних энта. Блин, жалко у меня метеоритного дождя нет. Так. Буду долбить только бураном. Уж очень мне он по душе. Так, ребятушки. Странно, почему вот этот огонь не наносит
сильный урон по энтам, или это он типа не огнем бьет, а чем-то непонятным. Так, подождем, подождем. Пойдем эльфов бить. Я пойду этих бить. А я пойду злые. Злые эти ставить. Тотема. Блин. А как этот этого задел? На него же не действует магия, или сколки действуют? Сволочи. Вообще рванет. Ого, ни хрена себе урон, ни хрена ж себе урон. Ой, блин, своего же. Прости, дракош. А чё на этот его не за этот запарализовал? Так, ну придется. Обратно его тудом сюдомить. Да, люблю бить своих. Дракона бы не потерять своего. Что-то как-то слабенько. Даже одного энта не добил. Ах ты гад. Вылез. Медведь. Конец. Ну что, Миша, будем тебя бить. У меня есть такая магия. Жесть, он там кайфует. В принципе, со щитом, почему бы и нет. Он даже не ответил. И на добивку. Weak King. Владыка Нетаны из предельных миров. Плюс 1000 лидерства.
И плюс 3 морали нежити, демонам и оркам. Ну, у меня надо... А, ну у меня и демоны, и орки есть. Откушу тебе голову. А, вот тех королей можно отдать тому чуваку и уровень... Ведь еще довольно молодая, Лэн. У меня нет еще, судя по тому, вопрос между наложенным днем этого рычего вождя. Дело сделано. Ха-ха-ха. Так он же хотел там жениться на эльфийке, а в итоге я его и ее, может так сказать, выдал замуж за того. А вот и Нергал, который оборгал всех. Так, я надеюсь, Ларриле и Амаримон это те два недостающих звенах в захвате светлых. Ну какие веселые, ух ты. Плюс 24% атака, защита. Да, круто. Вампиры добавить вообще, они там вот и огненный дождь плюс 1000 лидис плюс они морали всем людям. Нет, это получше. Он атаку неплохо мне повышает. Плюс 1000 лезть, плюс 1 морали всем эльфам. Фига, мне бы еще серебряный горн. У меня 4 защиты. Нет, я Что тут за ребята? А вот эти охотники, которых я еще не стал брать. Плюс 4 защиты, минус 20%. Это разрушим. Так. Разрушим. Так, наконец-то огненный дождь могу сделать. Что-то урон какой-то вообще. Огненный урон. А, он двойной урон. Поджог 5%. Раньше поджог был больше. Кстати, поменьше сделали, 22 стоил, теперь 20. То есть в районе 4000 урона физикой и химией и огнем. Да, охотники хороши, но не дружат с гигантами. Ну что, осталось, я надеюсь, последние штришки из основного задания. Это отнести цветы и захватить обоих в плен. Ла-ла-ла-ла-ла. Стоит с принцессой в условии... А в каком месте я условился?
Я забыл, я не читал ни хрена записку. Какое условленное место? Ё-моё, ну что я за растяпа? Вот это что ли? Слава богу. Вытирай слезы. Отлично. Плюс 20%. Амаримон, готовься. Ты остался последний. Ну, я думаю, это последний бой на сегодня. Последний из захваченных светлых. Нифига у него армия, тут 56 энтов. Жестенько, жестенько. Ладно, по стандарту пошли. Стопэм. Стопэшечки. Так. Лучше-то. Наверное, так. Огоньку, ребята. Так, кого заревновать? Кого заревновать? Сейчас поставишь сюда, обязательно ревность вот на этого подействует, а не на грифона. Ну ладно, давайте на оборотни. Тварь. Хотя этот не будет ходиться, но все равно тварь. И этот не походил, и змея пропустила ход. Нифига там 400 стражи. Так слабо ответный удар. 22 защиты, а у меня 19 атак. Ну, ладно. Половинили часть. Так, дальше что? Сделать плохого. Энты сколько получит? 6000 урона. Хоть кто-то загорелся. Так.
Может так. Оборотней уже никого не осталось. Подождем, подождем. Так. Ладно, тоже подождем, вдруг кого лечить придется. Стой. Эх ты, гад, взял, убежал. Теперь драконом. Хрен долбанешь. Молодец. Что-то у вас тут развелось столько. Своих же змей крушу. Так, как тут? Чё он не ответил? Смысл превращать не хочу. Так, проще уже нового сделать. Я хочу тут все зачистить бураном как следует. Так, сначала огненного дождя вот этим. Так, а теперь... Ну так, давайте. Своих же змей вообще не жал. Так, теперь вот так вот. Ждем. И... Давайте так. Ого! 300 урона. Миш-то всего 37, а что? Урон такой неплохой. Тогда подлечиться надо 1500. А, такой слабый урон. Жесть. 1500, 1000 странно. А вот 2000. Что там у всех защита от магии? Хотя мне этого хватило. Да, молодец, змея.
просто подбирай. Я даже забыл вообще про тотем. Офигел, что ли? Самого прям нужного удара. И все. Или, наверное, еще свою змею придется бить. Нет. Победа! Как я люблю это слово. Зачем тебе этот? Да мне все нужны. Из трех самых счастливых женщин мира. Так чё, это не самая счастливая принцесса? Ё-моё. А кто же тогда остался последней, самой счастливой? Жесть. Может, это эта, которая амазонка, она будет счастлива, когда мы там все сделаем. Вот что-то я не понимаю, у меня не делается этот задание, не выполняется. Рассказать королеве о видном. Я приезжал к ней, она ничего не говорит. Или надо сначала... Проблему вот эти... решить потом. Господи, я уже надеялся, что все, но нет, еще ни хрена не все. Почему так? Почему? Че, еще один лук, что ли? Или... Хе-хе-хе-хе-хей. Ну ладно, тогда. Да ладно. Пробой нужно пробить. Возвращаемся в убежище, отдаем эльфа не Алине. И все, последний штрих остался.
самых счастливых. Да, видимо, это амазонки, придется им помогать решать вопрос. Ну что ж, тогда, не знаю, наверное, я этот вопрос вне записи попробую решить. Всякие бои там, посмотрим, что получится. Вот, ну если что, только концовку покажу. Что надо еще точно быть уверен, что это та. Хотя вроде больше так нам, если подумать, не осталось. Где еще можно искать счастливых? Ладно, будет видно. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, комментируем. Не забываем ставить большой палец вверх, кому понравилось. Всем пока.